The Emperor has been expecting you. Привет всем звездным воинам галактики! Вы на канале Павла Ларина. И вот, несмотря на все падения просмотров, мы продолжаем выпускать видео по вселенной Звездных войн. Поэтому всех активных джедаев, ситов, охотников за головами и других джентльменов удачи просим лайкать и комментировать так, как никогда до этого. Итак, темой нашего сегодняшнего видео снова будет персонаж, который выдается из общих стереотипов. И имя его Правин. Как вы знаете, обычно все, кто вступают в Орден Джедаев, сперва идут по пути светлой стороны, а некоторые из них даже переходят впоследствии на темную сторону. Впрочем, Правин был не такой, как все. Родившись более чем за 3500 лет до событий фильмов, этот представитель расы краснокожих ситов, раса одних из древнейших воинов тьмы, как и полагалось любому мощному представителю его рода, вступил в Орден и воевал на стороне Империи Вишейта против Галактической Республики. Проведя годы в битвах за распространение влияния темной стороны, этот чистокровный сит прославился во время нападения на Корусант и разорения храма джедаев во времена Великой Галактической войны. Взяв к себе в ученики Тарниса, человека, который, кстати, являлся сыном его учителя, Правин мечтал когда-нибудь стать одним из величайших темных лордов галактики. Как известно, после окончания Великой Галактической войны, Империя заключила с Республикой Хрупкий мир. Но этот мир продлился недолго, и всего через несколько лет ситы снова пошли в атаку, при этом захватив в свои руки недавно созданное Республикой супероружие, называемое Планетарной тюрьмой. Это устройство могло превратить атмосферу планеты в огромную ионную клетку, которая могла выводить космические корабли из строя, тем самым обрекая планету на изоляцию от внешнего мира. С помощью этого супероружия Тарнис планировал установить на Корусанте блокаду, но его планы были разрушены одним молодым, но очень активным рыцарем-джедаем, который убил ученика Правина. Как вы понимаете, Правин этим событием был очень недоволен и, естественно, захотел отомстить Республике и джедаям. Разузнав о еще одном тайном республиканском супероружии, так называемом шоковом барабане, огромном ультразвуковом излучателе, способном вызывать землетрясения планетарного масштаба, краснокожий сит решил заполучить его в свои руки. Проникнув в место хранения звукового излучателя на Татуине, Правин вплотную пробрался к излучателю и смог победить и мастера-джедая Белу Киуикс, но не убил ее. На помощь джедайке пришел тот самый рыцарь, который когда-то убил ученика Правина, и сит с радостью переключился на него, мечтая свершить сладкую месть, но бой оказался более трудным, чем тот ожидал. Когда между джедаем и ситом начался разговор, выяснилось, что Правин никогда полностью не верил в кодекс ситов. В бою Правин не рассчитал свои силы и оказался побежден и обезоружен, а затем взят в плен, рискуя отправиться на республиканский суд, который признал бы его военным преступником и казнил по законам военного времени. Впрочем, к счастью для сита, в дело вмешались джедаи, и республиканцы согласились заменить казнь или тюрьму для военного преступника его вступлением в Орден Джедаев в ранге Падавана, на что Правин с радостью согласился. Через некоторое время этот когда-то сит, а теперь джедай, проявил себя как честного и бескорыстного члена Ордена на планете Тайтан. В конце концов, ему снова было разрешено держать в руках боевое оружие, но теперь сражаясь на стороне Республики. Используя весь свой предыдущий боевой опыт, а также обладая важной имперской информацией, Правин послужил Республике очень хорошую службу, и одной из самых важных в его жизни битв, наверное, может считаться битву за планету Коррелия, в которой Правин, не щадя своей жизни, бросался в пыл схваток с ситами и выходил победителем, позволяя республиканской армии отвоевывать район за районом Коронета, столицы Коррелии, планеты, которая, кстати, считается одной из прародин человечества во вселенной Звездных войн. Ну а на этом история Правина подходит к концу. А как ты относишься к этому лорду ситов, отказавшемуся от своего титула и ставшего падаваном? Пиши о своих мыслях в комментариях. Если видео тебе понравилось, то не забудь поставить лайк и подписаться на мой канал, ведь у меня регулярно выходит множество интересных видео о Звездных войнах.
Доброго тебе дня и большое спасибо за внимание к этому видео. Как сообщество моего канала, так и моя группа ВК всегда ждут тебя в своих рядах. Ссылка, как всегда, дана в описании. Спасибо за просмотр, и да пребудет с тобой сила. Всегда.